В Ялте стартовал международный экономический форум. В его работе принимает участие и представительная делегация Чувашии. Глава республики сегодня встретился с руководством полуострова, чтобы обсудить ход реализации соглашения о сотрудничестве. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. За Республику Крым план мероприятий подписывает глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Аксенов Сергей Валерьевич. Эти кадры были сняты 3 года назад. Чувашская делегация приехала в Крым, чтобы определить точки взаимодействия. Главы республик положили начало целому плану совместных мероприятий. Тогда только что вошедшему в состав России Крыму поддержка регионов была особенно необходима. Михаилу Васильевичу огромная благодарность за все то, что делала Чувашская республика для Республики Крым. Моральная была поддержка, гуманитарная на протяжении всего этого периода переходного. Так что это тоже большое дело. Мы знаем, что Россия едина, и вот когда есть такая субъектовая поддержка от наших партнеров, ну, поверьте, ничего не страшно. Личная дружба, личные контакты, они всегда способствуют продвижению любого проекта. Вот мы с Михаилом Васильевичем будем в контакте, отслеживать лично всю работу, которая ведется нашими министрами, помогать им, подталкивать. За прошедшие годы было сделано немало. На полях инвестиционного форума в Сочи главы регионов подписали очередной план взаимодействия на 2 года вперед. Для предприятий республик документ открывает новые перспективы. Ваши предприятия, организации коммерческой деятельности к нам увеличили продажу в 6 раз. То есть вот товары республики. Наши предприниматели увеличили, если в динамике взять, 5 раз. То есть вот динамика очень такая хорошая, и баланс интересов здесь соблюдается. Энергосистема полуострова оснащена электротехникой из Чебоксара. Оборудование, выпускаемое одним из предприятий Чувашии, сейчас поставляют и для пищеблоков детских садов и школ Крыма. Товарооборот между регионами по итогам прошлого года превысил 350 миллионов рублей. По электротехнике, наверное, вы не из ведущих на сегодняшний день, то есть из тех, кто занимает лидирующее направление, лидирующие позиции по этому направлению. И сегодня практически в республике создали центр сертификации на первом этапе. Министерство энергетики и Федеральное министерство промышленности тоже нам выделяет средства, участвуя в федеральной программе. Тем самым мы хотим здесь занять нишу с учетом санкций. Они нам санкции, а мы должны показать. Мы сейчас конкурируем с мировыми компаниями. Это Siemens, ABB, Schneider Electric. Отдельные у нас сейчас уже с нашими предпринимателями договариваются. Уже бизнесмены плотно общаются между собой. Спасибо вам за поддержку. Наши коллеги из правительства Республики Крым тоже чувствуют себя комфортно. То есть, когда приезжают к вам, им доступ обеспечивается полный к любой информации. Налаживают связи и муниципалитеты регионов. 3 года назад Новочебоксарск и Феодосия стали побратимами. Заключены соглашения о партнерстве между Ядрином и Балаклавой, Батревой и Бахчисараем. В Крыму действует и крупная национально-культурная автономия чувашей. Касаясь образовательной среды, касаясь медицины, касаясь культуры, спасибо большое, наша национальная культурная автономия очень комфортно здесь чувствует, постоянно там создаете тоже среду, чтобы они собирались там, показывали свои костюмы, свой язык. Главы регионов продолжат тесный диалог. Сейчас власти Крыма намерены изучить и внедрить передовые проекты, которые уже реализованы в Чувашии. Дмитрий Ковалев, Елена Гальперина и Андрей Спиридонов. Республика из Ялты.